глаза открывай! Честно говоря, я не думал, что он так будет жечь. Это худшее вообще, что может быть. Это какая-то пытка. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал. И сегодня мы снимаем очень экстремальный челлендж. А именно, экстремальную версию торта в лицо. У нас есть вот такие конструкции. Нам нужно будет нажать на эту кнопку. В общем, вы поняли. Страшно. Очень страшно. Насколько раз нажимать на кнопочку, решают вот эти замечательные кости. У меня есть свой кубик, у Дениса есть свой кубик. И каждый из нас на каждом раунде бросает этот кубик и узнает, сколько раз ему нажать на кнопку. Если вдруг выпадет вот это значение, оно обозначает переход хода. То есть мой ход переходит Денису и наоборот. А если у нас получится так, что у каждого будет переход хода? Будем играть делать? До перехода. Мы постоянно будем передавать ход друг друга. Нас сегодня ждет очень много ужасных и мерзких ингредиентов, такие как кошачий корм, горчица, хрен столовый. Представляете, это вот все будет оказываться на наших лицах. Так что будет очень интересно. Обязательно смотрите этот ролик до конца, но мы начинаем. И на первом раунде у нас будет самый лайтовый ингредиент, а именно пена для бритья. Кому первым навести? Тебе. Тебе? Это пена или гель? Это пена. Ты что, сдурела, что так много? Нормально. Играем ровно до того момента, пока кому-нибудь из нас все-таки эта пена в лицо не прилетит. Круто, давай. Будет круто, если это будет одновременно, представляешь? Это как понять одновременно? Ну, то есть тебе на этом ходу и мне на этом ходу. Ну, это же реально. Тебе выпало, допустим, 3, а мне выпало 1. Я нажимаю, мне бах, и ты такой 1, 2, 3, тебе тоже бах, и такие вау! Итак, мы сейчас скидываемся нашими кубиками и узнаем, кто из нас на первом раунде сколько раз должен будет нажать на эту кнопочку. Ты готов? Давай. 3, 2, 1. Каждому по единичке. Давай одновременно. Подожди, подожди. 1, 2, 3. У меня 3. Мне кажется, это все. У меня переход 2. Капец. Это я сейчас 3 нажимаю, и потом еще раз? Трындос. За меня бьешь. 1, 2, 3. Я тебя люблю. Нормально. А, я надеюсь, за тебя перебивать не надо, этого достаточно, в принципе. Это ты за себя ударила. А теперь еще и за тебя? Да. 3. 1. Сейчас добавим. 2, 3. Все, нормально. Все, ты молодец, ты выиграла в этом раунде. На втором раунде у нас вискас. Такая вкуснятина. Надеюсь, она тебе попадется. Надеюсь, нет. Ведь Маша любит вискас. Каждая кошечка любит вискас. Он такой жидкий, я надеюсь, он не растечется на этой ложке. Блин, вискас, это же жопа, я не хочу вискас. Смотри, нормально? О, что тут? О, блин. Я думаю, это так не работает, Зай. Как понять? Ну вот так вот это все у тебя растекается. Смотри, как у меня аккуратненько. Так вкусно пахнет вообще. Да, у нас лосось, между прочим. Изыски пришли. У меня 2. Окей, у меня 3. Я думаю, что все. Да, погнали. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. О-о-о. Страшно вообще. 2. Мне кажется, тебе добавить надо. Смотри, у тебя все слетело. С руками не хочешь трогать? Ой, у меня тоже слетело. Раська, наслаждение. Сейчас я лососика добавлю. 3 раза. У меня 2, давай с тебя. Давай. 1, 2. Какая гадость. Давайте, теперь моя очередь. 1, 2. Ой, фу, слава богу, меня пронесло. Зая, у тебя все нормально? Открывай глаза. Ну, я хочу. Фу. Ты даже на голове. Как будто обливался этим дерьмом. Такое ужасное вообще. А я вас предупреждала, сегодня будет максимально экстремальный челлендж.
И на третьем раунде у нас будет русская горчица. Она очень острая, и если она прилетит, нужно беречь все. Ну что, наносим нашу горчичку. По капельке давай. Да по какой капельке? Нормально надо. Вот так вот. Обалдеть, да? Она такая жидкая. Мне кажется, куда это... ты все узнаешь? Это не норма. Это не норма. Блин, это ужасно. Давайте я скидываюсь. У Маши два. Три, два, один. Изи. Ну ты вообще, блин. Давай ты сначала себе-то сделай. Маш, ты что делаешь? Ты себе-то сделай. Типа это не считалось то, что ты мне кинул. У меня все равно два. Раз. Два. Фух. Теперь кидай. Теперь за кидай меня. За Дениса, потому что мне перешел его ход. Два. Еще два. Раз. Два. У меня глаза слезятся. Повезло, блин, вообще. Ну, ладно, окей. Еще и кидаем. Я жду, когда ты кинешь. Три. Давай. Че, давай? Давай. У меня опять два. Давай. Считай за меня. Один. Два. Нажимай. Лицо горит. Она так смачно стекает. Я что? Жгёт вообще не могу. Ладно, теперь моя очередь. Раз. Нет, промазала. Ну, в смысле, нормально все. Меня обошла горчица стороной. Но у меня глаза и без того слезятся. Судя по его крикам, там что-то происходит. Пойдемте посмотрим. Да, это живой. Честно говоря, я не думал, что он так будет жечь. Я думал, мне нос сожжет. Лоб, нос, ничего красного нет. Весь красный, у тебя нос как будто опух. Представляешь, как жжет, как будто крапива. У тебя нос реально опух. Но он как будто у тебя увеличился, серьезно. Я вообще в шоке. Я не думал, что он так сразу будет жечь. Моментально. Просто я, кстати, несколько секунд и все. Я, кстати, нажала два раза, и мне ничего не выпало. Что-то я не верю вообще. Мне повезло. Все доказательства есть на камере, все видели. Я ничего не видел. Ребята, вы видели, что я нажала два раза, и меня обошла стороной эта ужасно острая горчица. И на этом раунде у нас будет супер сладкая вкусняшка. Это Нутелла. Моя любимая. Я знаю, куда она ее положит. Зая, она тухлая. Она не может стукнуть, и что? Она уже месяц открытая стоит, без холодильника. Что? Почти. Почти не промазала. Можно я заберу этот раунд себе? Ты готов, да? Ты готов Нутеллу есть глазами, ушами, носом. Она такая густая, ее так сложно наносить, если честно. Ну, я думаю, три ложки нормально. Я, если честно, не хочу Нутеллу, она такая липкая вся. Так, как она будет выглядеть? На. Так, накладываем. Ну, главное в этом деле не жалеть ничего. Ты всю банку, да, решил вымазать? О, нормально, здесь поднимется. Ну что, давай начнем? Давай, бросаем. Я кидать не буду, я буду делать до тех пор, пока она не выпадет. У нас два. У каждого по два. Давай начнем с меня. Да, я первый. А! Блин, а. Еще разочек. Один. Два. Один, два. Чё за фигня вообще? У меня тоже два. Чувствую, сейчас бабахнет. Раз. Два. Блин, давай, Нутелла, пожалуйста. Один, ты чё? Раз. Два. Два. Видимо, это мое любимое число. Давай, давай, давай. Два. Смотри, у тебя Нутелла вся потекла уже. Давай. Раз. Блин, а? Почему горчица так молниеносно? С Нутеллой не так. А у меня нисколько. У меня опять два. Раз. Давай, и моя очередь. Три. Да, ты превосходен. Че, сильно меня задел? Вообще по лайту. Но в этом раунде у нас икра из кабачков. Она вкусная, но и одновременно она достаточно мерзкая. Поэтому, я думаю, идеально подходит для этого экстремального челленджа. Давай, ты первая.
Давай. Я вообще люблю икру из кабачков. А вы любите, ребят? Напишите в комментариях. Ты любишь? Я, да. С пюрешечкой. А я люблю намазывать на хлебушек. Ну что, давайте начнем. Давай. Я кидаю первый кубик. Нет, кубик. Давай на суефа. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ты сдалась. Вообще-то ты сдался. 2. Типа 2 от меня, да. И ничего от Маши. Ход обратно переходит. Не, у меня тоже 2. Давай, 1. Нажимай. 2. Yeah. У меня тоже 2. 1. 2. Маша так дергает, уже кабачки все разлетелись. У меня 2. 1. 1. 2. Пранк. Какашки! Да. Это было неприятно, скажу я вам. Знаешь, она такая еще холодная. Я глаз не могу открыть. Сейчас открою, подожди. Боишься, что ли? Ну, его как-то немножко перекрыло. Перекрыло, да? Угу. Ну, там один только. О, все, нормально. Ну, у меня на ресничке икра немного висит, как бы. Офигеть! Что, реально, да? О. Я такая красотка, я какой-то Сквидвард, мне каждый раз все попадает только на нос. У тебя нос блокирует все, короче, и на удар на себя берет, и дальше не расносится. У тебя по всей поверхности, у меня просто на носу. В общем, я такая красотка, икра, конечно, вкусная, но я, к сожалению, проиграла на этом раунде, сейчас пойду отмываться. Ну, а мы с вами встретимся ровно через секунду. Та-дамс. Знаете что? Хотите, я вам расскажу за кадровую жизнь? После каждого раунда мы отмываемся минут по 10. На этом раунде у нас будет замечательный, просто превосходный конфитор. Кондитор. Ну, как вы поняли, это взбитые сливки. Но поскольку у нас сегодня экстремальный челлендж, у нас это будет не просто взбитые сливки, а взбитые сливки и присыпанные гречкой. Очень круто. Вообще превосходно, да? Ты надо позбалтывать хорошо. Вот так вот. Я думаю, тормози уже, она все успеет. Превосходно. Не, немножко. Все, тормози. Идеально. Красота. Как думаешь, кому достанется? Тебе. Это замечательное блюдо. Мне тоже почему-то кажется, что мне. Давай скидываться. А, ну уже. Итак, тебе переходит мой ход. Сейчас бью. 2 и 2. Ну что, погнали. 1. Это было быстро. Я тебе помогу даже. Опа, я даже не попытаю удачу оказаться в этом замечательном. Да, тебе повезло. Да, в этой замечательной субстанции. Давайте по приколу просто нажму. Мы только что кому раз мыли. Ох. Я попробую. Сливки вкусные. О, аджика, 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 любимая аджика. И мы все время дать нам аджику. Очень пряный и острый соус. Мне кажется, он еще острее, чем горчица. Но мы сейчас это проверим. Не хочу. Наносим. Нифига, она даже не коричневая. Блин, столько много, ты чё, она черная. Она по цвету, как нутелла. Все. Мне кажется, у тебя меньше. Я добавлю. Нормально? Да, давай, на. Одинаковое количество? Да. Давай посмотрим, что у меня! Ага, заново перебиваем. 1. 2. Я первый. 1, 2. Ну, с Богом. Фух. Перебиваем. 1. А у меня ход уходит тебе. Сейчас я посмотрю, за тебя надо ударить 2 раза. 3 раза бью. 1, 2, 3. Не-не, переведывай. 2. Окей, друзья. 1, 2. У тебя тоже 2? Давай, Денис, у тебя оно уже течет. 1, 2. Она такая густая. Замаринуем тебя, как курочку. Как у тебя нос начинает мариновать. Слушай, я тебя сейчас замариную и на барбекю. Только я не влезу. Слушай, жечь начинает. Уже жгет, но не так, как горчица. Можно салфеткой, да, утро? Неприятно, какое-то ощущение.
Капец, у тебя нос. Какой нашел? Он теперь размером с мой еще и красный. Ты потихонечку приручаешь Сквидварда. Да. Просто тебя. Мне понравился этот раунд, друзья, очень сильно, да. Сквидвард же тоже вредный, как и ты. Так мы с ним друзья, понимаешь? Он постоянно что-то недоволен, ему что-то не нравится, ворчит постоянно. Я Сквидвард по жизни. Маша вообще Сквидвард. И на этом раунде нас ждет хрен с горчицей. Острота наших продуктов повышается с каждым раундом, и мне кажется, острее хрена с горчицей нету ничего. Хрен сам по себе очень острый, а горчица вместе с хреном это вообще просто взрыв. Ну, он по виду это прям как горчица. Фу, блядь. Он такой, не? Давай сначала я поставлю кубик. У меня один. У меня два. Один! За. Два, один. Один. Ай! Я говорил. Просто нереально. Ну что, как, Маш? Пробила тебя через косметику? Я боюсь глаза открывать. О боже, это просто трэш. Это худшее вообще, что может быть. Это какая-то пытка, это наказание. Удар током ничто по сравнению с этим. Блин, мне кажется, у меня нос сейчас увеличится раз в пять после такой жуткой остроты. Я пока бежала, мне казалось, что меня просто каким-то пламенем обдувают, потому что из-за того, что я бежала, видимо, ветер дул мне в лицо. Это все еще больше соприкасалось с моей кожей. Это просто было нереально. На этом раунде мы решили взять менее что-то острое. Это будет у нас мягкая карамель. Чпоньк. Офигеть, прикольная. Пахнет вкусно? Ну, как она очень жидкая. Капец, она реально жидкая. Это не мягкая карамель, это жидкая карамель. Давай наливай. Согласен. Я, знаешь, кого представляла? Типа как нутелла, только карамель. Из чего захотели? О, я хочу попробовать. Вкусно. Она у меня уже вся растекается. Посмотрите! Первая капля уже на столе. Давай начнем. Давай. Два. У меня... Я первый, давай. Раз, два. Сейчас быстро. Раз, два! Давай. Два, два. Два. А! Все, за. А, да, все, да. Да давай! А. Yeah. Ну это было очень лайтово, конечно, мне бы он даже нос не заморался. Да как чуть-чуть. Это заморался? Да? У тебя он вообще вот такую же скоро. Да, вот до этого. До микрофона достанет. Я буду как Пиноккио вот так вот. Да, уже Сквидвард не канает. Уже Пиноккио. Это было превосходно, просто прекрасно. Мне очень понравилось, всем спасибо. Карамель не очень. Мне понравилось. Нос так вообще вкусно. Финальный раунд, друзья. И на этом раунде у нас будет целый бутерброд. Во-первых, это особо острый кавказский соус. И вот такой вот сладкий монстр. Это сахарная вата. Ох, капец, какая острая. Реально? Давай я покажу тебе. Давай. Кажется, если ты будешь делать, ты палец сломаешь. Давай я покажу дубль два. Так задумано. Классно. Вот и снег пошел. Ой, давай вот так вот сделаем, чтобы оно приклеилось. Вот как Маша говорит, это сладкая вата. Смотри, она исчезает. Соус убил мою вату. Быстрее, быстрее, быстрее. Давайте, давайте, давайте. Давай, 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 я кидаю. Итак, у меня один. Один. У меня один. На. Ее, это было быстро. А, жгёт. Да, так резко. Ты смотри, что с ними, что у меня раковина. Тут горчица, тут нутелла. Просто обожаю. Ну что ж, дорогие друзья, на этот наш замечательный челлендж экстремальный торт в лицо подошел к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть у них поднимется настроение. Но мы с вами совсем скоро увидимся в новом видео. И напоминаю, что ролики на канале выходят каждый день, так что подпишитесь, не ленитесь. Ну и всем пока. Пока.